18. Ну, с 18. Твою дивизию, блядь! Это бывает всё! Ложись! Да. Ебаный шаг, что ж ты делаешь, а? Видимо, основан институт дошкольного образования. Теперь это Санкт-Петербургская академия культуры. Кстати, о культуре. В этот день, 1868 года, родился художник Николай Богданов-Бельский. Свои двое... Вот это все новости за Украину. Ни хрена твою мать! Боже мой, блять, скорую 0303? Да. Недоразумение. Сейчас ты у меня попляшешь. Блять, сука. Марина, а ты что здесь делаешь? Тебя спасать. Ёбаный сука, блять, а! Куда никто этого не делает? Вот это несчастный город, в котором разбитый асфальт, и вот такие ужасные цветовые. Абонент. Ой, мама, Юра, Юра. А что это такое было? Понял. А? Ёлки, так, болёт, что ли? Пришел банк снять крупную сумму, а тебе говорят, денег нет, зайдите попозже. И эти сроки будут переноситься и переноситься. Наташа. Спасибо. Геннадий Горячев, наш парламентский корреспондент. Остается также на пресс-конференции.